Тебе, Горийская долина, всей солнценосной Грузии хвала, какого замечательного сына ты нашей родине дала. Из далекого Заполярья, из украинских колхозов, с Урала, Дона, из всех районов нашей необъятной страны люди совершают долгий путь, тысячи и тысячи километров, чтобы увидеть город, ставший близким и родным для сотен миллионов. Гории. 21 декабря 1879 года, 60 лет тому назад, в этом городе родился Иосиф Виссарионович Сталин. Гории – старинный грузинский город. В годы советской власти рядом со старым Гори вырос новый благоустроенный город. В духовном училище учился великий Сталин. Отсюда открывается вид на старый город. Он невелик. Среди него возвышается высокий холм. На холме стояла крепость. По скатам холма и у его подножья были разбросаны маленькие убогие домишки. Дом. Поэмы и песни сложили о нем. Он дорог народам советской земли. В нем Сталина юные годы текли.
греческим домиком воздвигнут павильон из гранита, мрамора и узорчатого камня. Глубоким волнением входит в исторический домик многочисленные экскурсанты. В домике всего две комнаты. В одной из них со своими родителями Виссарионом Ивановичем и Екатериной Георгиевной жил первые 4 года своей жизни юный Сталин. Тахта, сундук, шкафчик для посуды, самовар, несколько табуреток – вот все убранство этой маленькой комнаты. Занимал хозяин домика. Теперь здесь экскурсанты знакомятся с редкими фотографиями и ценнейшими материалами о юных годах жизни Иосифа Виссарионовича Сталина. Могуча и безбрежна любовь к человеку, родившемуся в этом домике и ставшему отцом, другом, учителем, вождем трудящихся.